Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Ну, уже сейчас не такое раннее утро. Уже и солнышко шпарит вовсю. Хочу вам представить видео и фотографии Юлии. Эта замечательная молодая женщина живет в Подмосковье. Делает декупаж. Из цемента делает. При этом у нее дети. И замечательная девочка у нее. Замечательная, посмотрите. Играет на фортепиано, ну просто прелесть. Ну, ой. А какой попугай! Юля обещала мне еще прислать видео. Так что вот такие девочки смотрят меня. И я этим просто горжусь, вот девчонки. Покатилась, скупая слеза бабушки. Правда, меня это так трогает. Мне так приятно, что такие талантливые люди, хорошие, умные, добрые, смотрят меня. Чем я это заслужила? Вот правда, я не понимаю. Спасибо, мои дорогие. А для всех музыкальный подарок от лауреата конкурса диплом первой степени в младшей возрастной группе Морозова Анастасия, Чайковский «Подснежник» из цикла «Времена года». Thank you.
Кеша! 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 Птичка! Кеша, тр! Кеша, тр! Кеша, тр! Кеша, тр! Кеша, тр! Костя прислал две фотографии Сашиных. В Мурманске прохладно. В курточке, в шапочке. Калинки они съездили. Проведали девочку нашу. Я ему говорю, видео снимай, Сашу, на видео снимай. Девочки соскучились. Ну, а это Оксана с Бимом и с цветочками. Цветочки такие вот они трогательные, простые. Конечно, красивые там розы, канны, ну, все, да, вот садовые. А те, которые просто растут, обычные, такие милые. Спасибо тебе, Оксаночка. Вот каждый день что-нибудь присылает. Умничка. Как он прям смачно жует эту траву. Бимка, вкусно, да? Вкусно тебе траву. Одуванчики цветут. И вот эти вот цветочки. Цикорий это или что? Одуванчиков сколько. А звуки? Бимка. Бимка, хватит кушать. Бимка. Бим. Иди спортом занимайся. Конечно, в таком цветочке красивом жить. Кто откажется? Димитрова напротив третьей школы. Дуванчики. Красавые лузи. Какие красивенные штуки. Как они называются? Очень красивые. Вообще, красота. А рядом другого цвета. Вот какой кустик тоже красивый. Красавчик. Спасибо, мои дорогие, спасибо. И жду ваших видео.